суток. Здрасте. Ага, как всегда, работаем. С вами Данил Рыжкин. И где мы? Мы подступаем к лесу. Вот. Не прошло и года, хотя на самом деле год прошел. В прошлый раз именно с ночевкой мы с Арсением здесь были в 21-м году. Вот. И вот ребят, которых я не вижу. Вот, собрались все, ага. К нам еще должен Вова и Вика приехать прямо на машине, потому что, ну, ля-ля фа-фа. Я не знаю, что я сейчас сказал. Короче, работаем мы в лес. С учетом того, что мы набрали вещей, словно мы уехали на постоянку жить в лес, у нас сейчас первый привал. Ножки, плечики отдыхают. Перекуриваем. Сидим. Там сейчас сидят, пердят по-любому и интересуются, увидят же, они все же, они не идут. И нам сообщили, что якобы нас там, наше место занято, хотя непонятно, палатками, не палатками, просто люди на машине уехали дальше. Во, ничего, придем, отобьем, займем. Агрессоры! Следующее включение из КПЗ. Ага, работаем. Ну что ж, прошло еще минут 20-25, мы дошли, место полусвободно. Тут есть с нами соседи, но они не на ночь, поэтому ночевать мы точно будем на своем месте. Все живы-здоровы, Мила, Арсений, Дима. А где Вова и Вика, мы не знаем, наверное, потерялись в лесу от комфорта машины. В общем, сейчас базируем наш лагерь и немного перекусим и уходим в леса. Работаем. Пообедали, собираем вещи. И направляемся вокруг озера. Вот все ребятушки. И команданты. Подписать петицию? Вот идем, все по карте. Может быть, не подведет. Вот так. И как всегда, ребят, работаем. Итак, мы отошли от нашей полянки на часах. Почти 2 часа, округлим 2 часа. Ну и посмотрим, сколько времени будет, когда вернемся обратно в лагерь. По прикидкам, нам идти порядка 8 километров. Ну, надеюсь, за 3-4 часа мы успеем это одолеть. Но если, конечно, лес затоплен, то, ну, бля, сделаем реверс. Подпишись на мой канал. Почему 5? Я выживу. Вы понимаете, кто у нас не дойдет до лагеря, да? Работаем. Произошел форс-мажор, из-за которого мы возвращаемся на базу. Мы забыли коньяк. Пока мы возвращаемся за коньяком, ребята выискивают тропу. Ага. Короче, мы прошли где-то 40%. Сейчас напротив озера, ну как напротив, с другой стороны. Слепни, заебали, блядь. Вот единственное, что бесит эти пидорасы ебливые. А так все отлично. Работаем нахуй. Прошло чуть больше часа, как мы блуждаем вокруг озера. Блуждаем в большей степени в последнее время не по лесу, а по обходной дороге. Кто-то даже босиком. Озеро мы не так и не видим. Где озеро? А озеро? Вот там! И болото. Команданта, сколько подписей собрал за свободу? Все подписи на. Работаем. Прошло еще какое-то время. Прошли через лес, вышли на дорогу. Скорее всего, это наша финальная тропа, которая заведет нас под озеро и вернет в лагерь. Люди устали. Вот. Ну и как всегда, ребят, работаем. Прошло 2 часа 40 минут, и мы прошли озеро, и почти что вернулись на свою базу. Вот там чайки орут. Вот мои любимые чайки сзади идут. Короче, как это, миссия выполнена, mission complete. А вот здесь мы на палочках дрались. Работаем. Вечера близилось к вечеру. Вечера? Время близилось к вечеру. Вот, разожгли костер. Вот этот вот. Вот этот молодой человек нам палок достал.
курит и пьет, отдыхают. А я тут угли для мангала подготавливаю. Вот, сейчас будет такой 25-й кадр. Слав Тим, спасибо, что смотрите. 25-й кадр прошел. Пельмени покажи, что он. Это нормальный угол для уголь для мангала. Это уголь для барбекю. Но берите с черным тестом. Берите его для мангала, потому что они долго тлеют, хорошо обволакиваются этой пепельной пыльцой, становятся белыми и нормально отдают жар. Вот. Это лайфхак вам, считайте. А через него мы потом будем прыгать, когда он будет вот такой большой. Я надеюсь, он такой большой будет. И еще мы построим вигвам, да? Лес. А сейчас у нас традиционные радостные, ну как это называется, мы радуемся жизни. Прыгание через огонь. Челночный прыжок. Давайте так. Раз, два, опа. Все, победа над костром Ми. Над кострами. Шел третий день нашего пребывания вне государственности. Мы перешли к изготовлению вот этого. Вот посмотрите, вот здесь микропроцессоры, здесь термопаста. Вот все очень хорошо работает. Вот. А кто здесь? Вот это вот ребятки, которые на этом будут работать. На этом? На этом. Вот я примерно так же работаю. В общем, как-то вот так вот продолжаются наши выходные в нашем замечательном любимом лесу. Работаем. Это репортаж. Чем вы занимаетесь? Мы строим вигвам. Зачем? Да, стройка. А уж черный или белый это? Сейчас, подожди. Для репортажа. Погоди, стоп, хватит. Смотрите, магия. Блять, падает. Сейчас, стоп. Сейчас будет магия. О, подожди. Это Арсений рубит. Уже скоро будет вигвам. На часах 21:30 с копеечками. Мы поели мясо, попили коньячка и воссоздали вигвам. О, стоит. Он всеобъемлющий цветной. Вот видите, вот эта конструкция вигвамовая. Вот с этим столбом. Арсений собирал эти бревна. Я их помогал ему держать. Точнее, я их держал, он их складывал. Командная работа, только так. И у нас теперь на полянке есть новый свежий вигвам. Команданты, что скажете про него? Ну, еще бы, конечно, опору немного укрепить центрально. Может, бревнами какими вообще побольше. И пышности дать. Пышность, да. Ну, а бревна ее можно. Ну, а так вот, Арсений, вигвам, лес, озеро. Работаем. Нет, он был ниже. Срочное включение. Вигвам упал. Вселенная отказала нам. Вот он наш родненький. Он упал. Он был тут, а теперь он тут. Данная конструкция, она получила все соки из Вселенной, передала его нам и разрушилась. Он был слишком высок. Он парил, как орел, и упал, как камень огненный с небес. Возможно, просто Вселенная прекратила свою деятельность на территории Российской Федерации. Вселенная заблокирована на территории Российской Федерации. В общем, как-то так. Вечер продолжается. Мы продолжаемся. Ну, а вы? Работаем. Короче, ребятушки, онлайнышки мои любимые. Приятного вам вечера, аппетита, всего-всего. И дым. Прошла ночь. Все живы. Все здоровы. Вик с Вовой уехали. Ну вот так вот, да. Они у нас городские. В доказательство, что все живы. Что все здоровы. Что все здесь. Ага, ага. Сейчас в планах жарка бекона, жарка хлеба. И потом сварганим из этого лесные бутербродики. Костерчик уже готовится. Сковородочка ждет.
Вигвам восстанавливается. Арсений никак не угомонится. Работаем. В общем, показываю рецепт величающего бекона. Берете бекон, кидаете в сковородку, а сковородку на уголь. Величающий рецепт. А вообще, это для наших бутербродов. Первая партия у нас идет. Тут, кстати, лайфхак. На открытом огне не держите, а то у вас бекон к чертовой матери сгорит. Пусть лучше вот так вот томится и доходит уже на таких несильных углях. Поэтому сейчас первая партия у нас доходит, потом вторая партия. Это маслица, вот этот щерок. У нас пойдет хлебушек. Хлебушек поджарится, потом на него плавленый сыр, бекон. Завтрак величайший по-лесному от месье Ришкинье готов. Ну и как же без, что? Мы не могли обойтись без презентации после приготовления, поэтому Мила презентует величайший лесной бутерброд. Видите? И Мила. Приятного аппетита! Здорово. Комрады не успокоились и начали жарить яичницу. Величайший. Вещи собрали. Теперь у нас предстоит 40-45 минут блужданию по лесу, дабы вернуться к шоссе, заказать машины, ну и уже ехать домой, отмываться. Что по итогу? Все хорошо, все понравилось, все живы. Медитация у Рыжкина прошла. Вот. С озером попрощались, с лесом попрощались. И вот ребятки. Погоди, возьми. Покажи. Тут попрощались. Спасибо за просмотр. Лайки, комментарии, вся вот это вот. Вот это все. Ну и как всегда, работаем.